Несказанно приятно ощущать, что лето наступило и зима осталась позади. И в это замечательное время года самое время без очередей и суеты заняться пошатнувшимся здоровьем вашего авто. Это, конечно, может быть глубокое хирургическое вмешательство, а может быть и капельница с гемодестом, рибоксином и витаминками. Но это для человека, а для коня железного лучше Супротека не предусмотрено. Кстати, на собственном опыте замечено, после обработки 2-литровый турбодизель не отстает от 3-литрового бензинового, а в горку даже его делает.